Как всегда, в темном углу Ютуба с вами Вспунчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Ну что ж, поехали мстить этим уродам за то, что они меня ограбили и оставили ни с чем. Но мне кажется, что я пока до них доеду, я все себе верну. Надо бы сюда загнать. Вы перемещаетесь через промышленные здания. Может быть, в них есть что-нибудь интересное? А почему бы и нет? Вы находите старый автомобиль в захудалом гараже. Это мусор, но он не... Но он имеет некоторые интересные детали. Разобрать на запчасти. Вы нашли добычу в развалинах. 25 болтов. О, забрать добычу и едем дальше. Неплохо так заехали. Никогда не бывает лишним. Так. Надо же подавать холодным. Куда мне ехать? Недалеко вообще находится? Нет, недалеко. Вы замечаете объект на обочине, так... Конечно же исследовать, я же сюда не просто так приехал, я еще не доехал до миссии. Как-то непонятно. Ладно, исследовать. После того, как одна из ваших машин приближается к объекту, которая... Команда слышит слабое пиканье. Это бомба, уходим! Несмотря на все усилия, ваша машина задела взрывом. Вот дерьмо. Я, оказывается, не доехал. Вы успешно раскали полную женщину и комедианта, который обидел вас и вернулись обратно в салон. Похоже, они не заметили ваш приход. Убить их всех! Они ничего не подозревают до вашей атаки. Вы удовлетворенно ухмыляетесь, осматривая поле боя и слыша крики и взрывы. Да, это так прекрасно. После осмотра обломков вам удается восстановить... 86 болтов и 31 бензин. Охренеть. Сладкая месть. Да я прям вообще в шоколаде. Можно теперь просто обмазываться всем этим. Зачем бы мне поехать? Надо было бы прочитать на самом деле, что меня ждет вот на этих главных миссиях. Мне бы еще мою главную машину бы улучшить. Мне поэтому не хочется ехать туда, потому что сейчас... Хоть я и чувствую себя сильным, но на самом деле это не так. Меня сейчас какой-нибудь враг посильнее найдется и сразу же может меня уничтожить. Я упаду духом и меня это просто сломает. Так что поехали дальше себя улучшать. Пока все хорошо, лучше не портить все это. Сигнал вроде идет с одного стоящего гаража неподалеку, странным образом расположившись в пустыне, исследовать. Человек по имени Глен Мэтью, который клялся, что он простой рабочий, встречает вас снаружи гаража. Он спрашивает, можно ли ему посмотреть на ваши машины. Разрешите. Глен внимательно рассматривает ваши машины, его глаза наполнены удивлением и восхищением. Кажется, он полностью удовлетворен. Ух ты, эти машины удивительны, благодарю за то, что дали мне возможность осмотреть их. Удачи вам, парни. Спасибо, до свидания. Как-то это стрёмно. А, ну куда бы мне поехать, где бы мне миссию какую-нибудь бы взять? Мне бы по одному и тому же месту не кататься. Ух ты. Вы заметили обломки, чистые, занесенные песком. Исследовать, к сожалению, это выглядит слишком поврежденным и бесполезным. Все, что вы находите, это солдатский жетон с надписью «Какая-то фигня». Позор, поехали. Так, вы поймали радиосигнал, звучащий как сигнал спасения. Вы видите несколько машин вдалеке. Подъехать к ним? Вы приближаетесь к ним и видите, что ни одна машина не взведена. Множество людей стоят наружу своих машин. Они не выглядят вооруженными. Среди них женщины и дети. Один человек машет вам, чтобы привлечь внимание. Ладно, выслушайте его. Слава богу, другие люди. Мы часть компании КЖЛ. А, понятно, с радостью я теперь дам им 10 топлива. Люди КЖЛ вне себя от радости вашего великодушия. После окончания передачи им топлива, каждый кидается искать вам вознаграждение среди своего хлама. Не, я скажу превосходно. Нифига не меня вознаградили. Так, ладно, все, больше не надо. Вы ждете, пока торговцы ищут подходящее вознаграждение. Я закончил, до свидания, не надо. Они мне и так уже много дали.
Мне можно на это какую-нибудь хорошую машину купить, а для этого надо в лагерь будет сейчас заехать. Ближайший. Сигнал идет из гаража посредине пустыни. Надпись на разбитой неоновой виске гласит «Разборочная мастера Цезаря». Уйти неинтересно. Вы продолжаете мимо... вы проходите мимо разборочной мастерской Цезарь и продолжаете путь. Угу, так. Ух ты, а это что такое? Вы видите облако пыли вдалеке, вскоре после этого вы слышите выстрелы по вам. Приготовиться к бою. Вам нужна артиллерия! Так, уничтожить его, уничтожить, ты подъезжаешь к ним. Готов к бою! Уничтожаем, а этого вырубаем пока. Подъезжаем сюда, сюда. Сейчас мы его быстро уничтожим. Моментально просто забрать добычу. Где здесь ближайший лагерь? Далековато, а в этой стороне его нигде нет. А, у меня тут рядом корабль есть, я далеко от базы-то и не уехал. Но этот лагерь не такой хороший, мне бы другой какой-нибудь найти. Так, ладно, что с тобой? Что я могу с тобой сделать? Могу вернуться в магазин. Здесь что-нибудь интересное есть? Нету. Куплю бензинчика до сотки. Вернуться. Так, теперь я хочу тебя улучшить. Идальность. Принять. Мина, у них неплохие такие пулеметы. Ну-ка, вернуться. Что здесь с тобой можно сделать? Ну, это урон корпусу 2, выстрелов 12 в секунду. А, перезарядка 1 секунда. Это какая перезарядка? Перезарядка 4 секунды и выстрелов, а всего 1. Урон корпусу 28. Это дольше стреляет, чем это. И она перезаряжается 4 секунды. Это каждые 4 секунды будет. А здесь выстрел. Не, поставлю-ка я лучше вот эту пушку. А кто... Какая из них дороже? А, нет, они одинаково стоят. Ладно. Угу. Так, что я могу с тобой сделать? Я могу тебе сделать увеличить управление, броня, корпус. А, давай тебе увеличим корпус. Принять. Надо бы, кстати, их починить сейчас. А то меня хорошо так потрепали. Что с тобой? Да, точно, я же тебя еще не улучшал ни разу. Принять. Вернуться. А с тобой что у нас? Я хочу увеличить тебе. Корпус тоже увеличу. Принять. Все, можно дальше ехать куда-нибудь. Куда бы мне отправиться? Ладно, поехали по вражеской территории. Туда, наверх. Во. Неподалеку от шоссе вы замечаете автостраду к... Ага. Ехать на нее. Так, вы прибыли к концу автострады и успешно вернулись на нормальную дорогу. Ух ты. Неплохо. А я смотрю, вот эта вот зона, она уже намного посложнее, чем я здесь катался, да? Ладно, поехали в город. Как раз посмотрим, на что я способен. Этот район города полностью обстрелян, но среди всей этой резни вы заметили группу выживших. Они смотрят на ваш конвой с надеждой и отчаянием. Поговорите с ними. Они отчаянно просят с то, чтобы позволить себе еды. Нет, простите. Они выглядят удрученными, все равно благодарят вас и продолжают свой несчастный путь. У меня очень важная миссия, я не могу раскидываться болтами направо и налево ради того, чтобы вам помочь. Так, там еще рядом что-то есть. А здесь что? Вы едете по заброшенному городу и понимаете, что здешние переулки и улицы – прекрасное место для засады. Держать ушки на макушке. Похоже, тут ничего нет, но все-таки нужно быть готовым ко всему. Поехали. А, вы при... Я даже не доехал. Вы прибываете на сигнал, и оказывается, что этот магазин по продаже мяса птицы.
Надпись гласит «Индейки на продажу». Вы задаетесь вопросом, насколько успешен такой бизнес в подобные времена исследовать магазин. Вы подходите к магазину, открываете дверь, и перед вами предстает самый настоящий индюк. И очень умный индюк. Он сразу же бросается на утек. Преследователю мне интересно, что будет. К сожалению, дикому индюку удается обхитрить вас и убежать. А нет, сбежать. Кажется, он смеется над вами. Признать поражение и войти. Когда вы входите в магазин, владелец бегает к вам с расспросами. Вы его видели? Ругер Фреда? Ни хрена. Этого индюка зовут Ругер Фред? В первый раз слышу такое, чтобы был индюк с таким именем. Мой дорогой индюк, он сбежал, я видел его. Прошу, вы должны помочь мне, я сам не могу покинуть мой магазин, но мне действительно нужно вернуть Ругер Фреда. Он мой самый дорогой индюк, чем я могу вам помочь? Ругер Фред был чипирован следящим устройством, это позволяет мне отслеживать его координаты. Сбегает он уже не в первый раз, как вы видите. Следите за сигналом и прошу, поймайте его для меня, я в долгу не останусь. Хорошо, мне все равно надо становиться сильнее, так что я не прочь выполнить для кого-нибудь пару миссий. Так. Он же чипом снабжен. Почему у меня нету этой миссии? Ну ладно. Видимо, я вряд ли смогу ему помочь. Вы замечаете множество втянутых в бой машин. Судя по всему, две разные группы киперов сражаются между собой. Принять участие в битве, продолжить, пока они прикончат друг друга, покинуть это место, не вмешиваясь. Принять участие в битве. Хотя надо было подождать, это было бы умнее. Время повеселиться! Ждем приказа! Так, ну что же, ну вот так ты вырубил его это. Блин, они хилят друг друга. Нифига себе, так, подождите-ка, нет, не вы не правы, так. Так, а почему ты не атакуешь? Так, я не врезаюсь, все нормально, ага. Ожидаю дальнейших приказов. Так, кого-то надо вырубить. К примеру, тебя. Мне надо бы следить за машинами, а то мало я сейчас так вырежу. Заправленный и готовый к бою. О, вот это... Ожидаю дальнейших приказов. Ждем приказа. Мне нельзя сейчас умирать. Не могут противостоять нам. Дивно, еще и сам врезался. Забрать добычу. Так, что у меня уже есть? Лазер. Легкий, еще один. Да он мне не особо так-то и нужен. Поехали дальше. Блин, я еду по опасной территории. Боже, лагерь. Двигаясь по дороге, вы вдруг слышите свистящий звук. Кажется, вы были обстреляны какой-то дальнобойной артиллерией. Так как множество взрывов окружили ваш конвой, вас пока не попали. Не надо использовать судьбу и лучше уехать. Ускориться. Взрывы не успевают за вашими форсированными двигателями. Вам легко удается избежать попаданий. Когда дым рассеется, вы замечаете отряд каперов, сопровождающих какую-то артиллерию. Они точно виновны. Стрелять по ним. Время повеселиться! Так. Этого уничтожить, тебя сюда, и по нему стрелять, тебя расстрелять его, тебе приехать сюда и тоже его расстрелять. Сюда, уничтожайте его. Так, это вырубить у него генератор. Блин, от моих врагов просто ничего не остается. Легкий пулемет еще.
проверить артиллерию. Артиллерия безнадежно стара, и даже разобрать ее смысла нет. Но вы все-таки нашли немного топлива, которое киперы использовали для обстрела. Вам удалось найти 17. Ну, прекрасно. Немножко себе восстановил. Так, что у нас здесь? Лагерь. Починиться. Угу, магазин. Что у нас здесь в магазине есть интересного? Эми Бластер. Во время оглушения... А. Я понял. Баллистические вещества. Так, а это что? Турбо. Улучшает управление транспорта. Я себе куплю еще один вот такой вот. Топливо я себе пока покупать не буду. И куплю себе... Компьютер учащает расстояние вектора на... Так, и куплю себе вот это. Вернуться. На тебя можно установить вот это. Пулемет можно продать за 17. А на тебя установить еще одно оглушение. Может быть, броню мне еще раз увеличить. Ну-ка, надо бы всем защиту от мин увеличить, а эту максимально. Но она летает, наверное, поэтому у нее максимально. Принять. И тебе улучшить броню. Принять. Ну все, получается. Мне можно дальше ехать. Покинуть лагерь. Куда бы мне сейчас отправиться? Поехали просто так колесить. Вон по дороге что-то найти можно. Что тут? Радиосигнал исходит от одинокой машины рейдеров, стоящей на обочине дороги. Исследовать. Кажется, у рейдеров кончилось топливо, потому я остался на обочине. Поговори с ним. Застрелите. Блин. Вы стреляете рейдеру в лицо, осматривая вашу машину, вы находите, что можете использовать 10, чтобы причинить ее. Или просто разобрать на части. А хорошая ли у него машина? Нет, разобрать на части. Нифига. Видимо, она очень хороша была. Так. Пока вы едете по шоссе, ваш сканер ловит сигнал нескольких машин рейдеров, приближаются к вам. Они выглядят дружелюбно. Как, каким это образом? Ладно, сражаться с ними. Я не представляю, как рейдеры могут выглядеть дружелюбно. Они не смогут противостоять нам. Так, подождите, я хочу тебя отключить. Подъезжаем сюда сразу же, уничтожаем одну машину. Я хочу еще тебя вырубить. Подожди. Во, вот так вот, пусть будет. А ты пока его уничтожаешь. Так, теперь ты уничтожаешь этого, а я иду уничтожать вот этого. Ты стреляешь по нему. Да стреляет он. Стоит еще что-то на месте, ни хрена по нему не стреляет. Вы успешно побили рейдеров. Удивительно, но рейдеры стали подбадривать вас и открыли радиоканалы. Отлично, справился, хорошая маневренность, молодца. Наконец-то равный соперник для великолепного сэра убийцы королей найден. Ответить. Разумеется, мы говорим о шахматах, величайшем спорте, известном среди образовательной элиты. А, образованный сэр, убийца королей, искал подходящего оппонента, беспокоя нас все это время.
умоляет, покажите ему свои навыки командующего на поле битвы шахмат. Что скажете, добрый человек? Я согласен. Замечательно, давайте же начнем игру в шахматы. После битвы для противостояния умов и стратегий. Умоляем, играйте за белых, сэр, и пусть победит сильнейший. Но если я белый, то можно сделать ход конем, как я помню, там есть там такая... Ага, вы хотите провести... Ну да, что-то типа этого, постарайтесь, да, нэр. Сэр, убийца королей, образованный, ходит конем. Вы прикалываетесь? Да ну вас нахрен! Вид разочарован на лице сэра убийцы королей, образованный, когда вы перевернули доску, сразу осаждает ваш пыл. Он сидит с каменным лицом, пока вы не выходите. Кажется, вы были не самым подходящим соперником, которого он так искал. Поехали. Хотя, может, зря я это сделал? Ладно, потом еще раз попробую. Я подумал, то, что меня хотят очень сильно тут обмануть. Поэтому для этого и создан был весь этот цирк. Пока я буду играть с ними в шахматы, меня просто обкрадут. Тем более, мне некогда заниматься такой ерундой. Радиосигнал на деле оказался сигналом бедствия. Караван компании КЖЛ атакован. Так, понятно. Направим в бой. Скоро вы замечаете перестрелку. Судя по всему, почти весь караван уже уничтожен, и остатки его заняты боем с Кэппи. Вперед, ждать пока они... Вперед, надо же помочь им. Время повеселиться! Так. Ух ты, эти мины раскидывают. Мне они не нравятся. Так, тебя сюда... Это тоже мина кидает. Уничтожить. Мы выполним любой приказ. Тебя сюда уничтожить. Стреляешь по нему. И пока меня не обогнали. Так, одного этого. Блин, да я уехать не успел. Даже. Готов. Ожидаю дальнейших приказов. Нафига он меня там? Вам нужна артиллерия. После победы последней машины каперов вы возвращаетесь к каравану компании КЖЛ. Ну, или к тому, что от них осталось, связаться с ними. Торговая компания КЖЛ от души благодарит вас. Они, с сожалением, сформируют вас, что в основном занимаются транспортом кубов еды. Но одна из их боевых машин предлагает присоединиться к вашему краю. Конечно. Блин, опять это говно? А мне пулемет его нравится. Выстрелов 8, перезарядка 1 секунда, урон по корпусу. Да мне его нравится, пулемет. Я не могу его снять. Обидно. Отказаться. Так, что здесь у нас? Одиночная машина каперов приближается к вашему конвою. Она пытается связаться с вами. Слушай, что он скажет. Машина называет себя Дрифтвуд, могучий капер. Он говорит рифма боевых ругательств. В этих местах много, значит, и называет вас на бой. Мистер... Так, вызов принят. Киперщиты, самый уродливый монстр из всех. Я там мат. Твое дыхание убивает всех. Какие-то тут не очень оскорбления-то. Ладно, кроме твоих бывших всех. Кэпер ошиблен вашими остроумными ответами. Он предлагает присоединиться к вашему конвою. Да ладно. Блин, да почему такие говнюки? Нет, чтобы каких-нибудь сильных мне дать. Одни слабаки тут. Может, я езжу впереди по 100 баксов, связаться с ними, напасть на них.
Ну-ка, связаться. Приветствует. Эта область в дороге принадлежит Топ-Бак. Пожалуйста, предъявите мультипаспорт или будете уничтожены. Стреляйте, прежде чем они среагируют. Так, кого мне первым уничтожить? Что у них? Ага. Мы выполним любой приказ. Ожидаю дальнейших приказов. Уничтожить тебя, подъехать вот сюда. Вам нужна сюда поддержка. И уничтожаешь его. Стрелять по... Пока мне надо стрелять. Так, теперь стрелять по нему и стрелять по нему. Блин, а меня сейчас всю мою броню уничтожат. Но вы успели уничтожить. А его можно оглушить. Надо срочно ехать на базу. Забрать добычу. Карта. Починиться. Это прям просто без вариантов. А то у меня уже там все снесли. Лагерь. Угу. Ну, вроде бы все так. Я могу себя еще проапгрейдить. Защиту от мины лучше. Здесь я улучшу броню и дальность. Хотя нет, не дальность. Защиту от мин. Здесь броню и управление. И тебя броня и дальность. Да, неплохо я так потратился. Куда бы мне поехать? Я даже не знаю. Во. Группа машин Топ-Бак приближается к вашему конвою, пытаясь просканировать его. Я не могу позволить им этого. Сбой определения ваших намерений означает возможность непредсказуемого возмездия. Да возмездия. Приготовьтесь к аннигиляции. Да блин, там, чтобы я не выбрал, они постоянно хотят меня уничтожить. Так, кто здесь из них самый такой опасный? Ух ты, у этого шестистволка там стоит. Так точно! Мы выполним любой приказ! Ждем приказа! Я хочу тебя оглушить. И тебя оглушить пока. Вам куда ты уехал, блин? Выставляй по нему пока. Готов к бою! Повернулся, так. Полагаю, кто-то нас стрелял! Исполнять. Огонь по нему, надо уничтожить у меня все брони. Теперь по нему не помешало бы. Они не смогут противостоять нам. Время повеселиться. Он постоянно будет мину поднять туда. Ожидаю дальнейших приказов. Надо сюда встать. Было бы намного удобнее. Так, кого бы мне еще надо уничтожить? Огонь по нему, а ты расстреливай его. Так, тебя можно вырубить и тебя можно вырубить. Нет, ты его вырубил. Ну, стреляй по нему. Вот и все. Блин, офигеть, они мне броню снимают. У меня просто у моей главной машины брони не осталось. Куда я еду, хрен его знает. Что в той стороне вообще? Здесь даже никаких миссий нету.
О, зато здесь есть лагерь, можно починиться. Никогда не бывает лишним. Так. Ага, и магазин. Не, нафиг этот зеленый орел, он бесполезен. Продвинутая противоударная защита первоначально разрабатывалась как датчик для... А, ну да, у меня же, кстати, вот еще можно выкинуть. Изначально разрабатывалась как датчик для парковки. Защищает от повреждения торнадо через локализованное энергетическое поле. А оно мне надо? О, о-хо-хо-хо-хо! Вот это купить. И установить, к примеру, на тебя. Хотя нет, не на тебя. Вернуть. Так. С тебя снять. И установить вот это. Потому что я не хочу тебя потерять. А на него уже можно установить. Эта пушка мне вообще может понадобиться как-нибудь. Ладно, оставлю. Покинуть лагерь. Поехали дальше путешествовать. О, ветер несет какой-то отвратительный запах. Не будем здесь задерживаться. Похоже на странный маяк топ-баг, передающий радиосигналы. Следовать маяк. Несколько наших машин на высокой скорости приближаются. Кажется, топ-баг использует маяк как ловушку, приготовиться к бою. Так, кого бы мне первым начать уничтожать? Кто из них такой? Тебе? Уничтожим тебя, по-быстрому так, если тебя щит снять. Я хочу еще тебя вырубить, потому что мне надо тебя уничтожить. Так, теперь сюда подъезжаем, уничтожаем тебя. Снимаем тебе броню. А вот тебя еще не надо. После боя один из наших инженеров предлагает забрать маяк на запчасти. Хорошая идея. Маяк был заминирован и взорвался. Одна из ваших машин попала в радиус взрыва. Черт. Вот уроды, эти тупак, блин, самые говнюки такие, а? Они меня больше всего бесят. Ну, что это за пулемета такое? А-а-а. Понял. Ничего хорошего. Во, а это что такое? Это что, одна из миссий? Так, куда это? Ладно, до нее уже я доеду в следующей серии. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.